Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор», и в этом видео я расскажу вам о 7 лучших электробритвах сеточного типа, которые пользуются большой популярностью и станут отличными вариантами для покупки. Я расскажу об основных особенностях этих электробритв, а также оставлю в описании ссылки на специализированные сайты, где вы сможете сравнить их стоимость. Итак, не будем тратить время понапрасну, устраивайтесь поудобнее, не забывайте о лайках и комментариях, а также подписываться на канал. А я начинаю наш топ лучших сеточных электробритв. Поехали! Отличным вариантом для покупки станет электробритва Panasonic ES-GA21, которая подходит как для сухого, так и влажного бритья и обеспечивает хороший результат при любом направлении движения. Среди ее достоинств стоит отметить мощный электромотор, который способен совершать до 13 тысяч оборотов в минуту, обеспечивая тем самым быстрое бритье. Также она примечательна дугообразной конструкцией плавающей головки, обеспечивающей плотное прилегание к лицу и чистое бритье в самых труднодоступных местах. Кроме того, эта бритва может похвастаться качественными ножами с углом заточки 30 градусов, выполненными из сверхпрочной японской стали. Из других особенностей этой бритвы стоит отметить, что она имеет бреющую сетку с увеличенным количеством отверстий, что способствует более быстрому и чистому бритью. Также она примечательна небольшим весом и эргономичным корпусом, обеспечивающим удобство пользования и наличием чехла в комплекте для удобного хранения. Ну а что касается ее автономности, то полного заряда аккумулятора у этой бритвы хватает на 45 минут работы без подзарядки. Следующая героиня нашего топа – электробритва Shaver Wall 8164516. Это профессиональное устройство, используемое для точной финишной обработки волос и проработки контуров. Она хорошо бреет щетину и удаляет даже мелкие торчащие волосы, оставляя после себя кожу гладко выбритой. Правда, стоит учесть, что пользоваться гелем или пеной с такой бритвой не получится, она рассчитана только на сухое бритье. Что касается ее особенностей, то помимо высокой эффективности, данная бритва примечательна своей режущей головкой с двойной бреющей поверхностью и гипоаллергенной сеткой из сусального золота для защиты от раздражений. Также стоит отметить компактный и эргономичный корпус данной модели, а еще она легко чистится. Ну а работать такая электробритва может как от сети, так и от аккумулятора, емкость которого обеспечит устройству до 80 минут автономной работы. Продолжает наш топ Brown Series 3 300S. Она рассчитана на сухое бритье, довольно компактная и выпускается в нескольких расцветках. Так что можно будет выбрать модель на свой вкус. Что касается особенностей данной электробритвы, то она имеет две сетки, обеспечивающие эффективное и тщательное бритье без раздражения кожи. А также оснащена промежуточным триммером, который срезает даже длинные и труднодоступные волоски. Модель довольно компактная, поэтому ее будет удобно хранить и возить с собой в сумке. А для большего удобства хранения в комплекте с ней идет чехол. Также комплектация включает в себя колпачок для защиты рабочей части и щетку для чистки от волосков. Впрочем, прочистить такую электробритву можно будет и под струей воды. Корпус у нее влагозащищенный, так что вода ей не страшна. Из других особенностей этой электробритвы стоит отметить, что она автоматически адаптируется к любому напряжению. Это позволяет использовать его практически в любой стране мира. Ну а благодаря встроенному аккумулятору такая бритва сможет работать до 30 минут. А благодаря поддержке технологии быстрой зарядки за 5 минут можно будет зарядить ее на один полноценный сеанс бритья. Далее в нашем топе лучших сеточных электробритв идет Panasonic ES6003. Она рассчитана как на сухое, так и влажное бритье, поэтому в паре с ней можно будет использовать пену или гель, которые обеспечат легкость скольжения и помогут сбривать волоски максимально близко к коже. Ну а благодаря водонепроницаемому корпусу такую бритву можно будет использовать прямо в душе, а также чистить под проточной водой. Помимо этого, из особенностей данной модели стоит отметить, что она разработана так, чтобы максимально комфортно располагаться в руке. А наличие на ее корпусе накладок из эластомера будет препятствовать выскальзыванию устройства из рук. Из других особенностей этой электробритвы стоит отметить встроенный триммер и то, что она оснащена высококачественными острыми ножками с 30-градусной заточкой. А еще она прекрасно адаптируется к любому напряжению, так что пользоваться такой бритвой можно будет по всему миру. Ну а время ее автономной работы от встроенного аккумулятора достигает чуть больше 20 минут. В общем, достойный вариант для покупки.
Правда, стоит учесть, что на полную зарядку аккумулятора уходит до 8 часов. Но если вас это не смущает, то во всем остальном это отличная электробритва, и я могу смело рекомендовать ее к покупке. Напомню, что актуальные цены на нее, а также на другие электробритвы из этого видео вы можете посмотреть на сайтах, ссылки на которые оставлены в описании. Следующая героиня нашего топа – Wall 36150471. Это довольно компактная электробритва, которая не займет много места и пригодится в командировках и путешествиях. Данная модель разработана для сухого бритья щетины длиной до 2 мм и отлично справляется с этой задачей, тщательно срезая все волоски, встречающиеся на пути. За счет небольшого веса и эргономичной формы бритва хорошо лежит в руке и пользоваться ей очень удобно. Также стоит отметить, что она легко чистится, и при необходимости в ней можно будет быстро поменять нож или бритвенную сетку, не прибегая к помощи отвертки и других инструментов. Ну а работает данная электробритва от встроенного аккумулятора, который способен обеспечить ей до 45 минут непрерывной работы. А вот на ее зарядку уходит до 8 часов. Но если для вас это не является недостатком и вы хотите приобрести хорошую компактную электробритву, то рекомендую обратить внимание на эту модель. Продолжает наш топ Panasonic ES3042. Это компактная и легкая односеточная электробритва, режущий блок которой совершает свыше 8000 оборотов в минуту, обеспечивая тем самым быстрый процесс бритья. Кстати, бриться можно будет как на сухую, так и с использованием пены или геля. Среди других ее особенностей я бы отметил хорошо проработанную эргономику и удобную нескользящую рукоятку с вставками из эластомера. Плюс к этому она может похвастаться встроенным триммером, который поможет подровнять бакенбарды, усы или бороду. А еще она может адаптироваться к любому напряжению при зарядке, поэтому ей можно будет спокойно пользоваться в разных странах. Ну а что касается времени автономной работы такой бритвы, то полного заряда ее аккумулятора хватает на 20 минут. Те, кто уже купили такую электробритву, отзываются о ней в основном положительно, отмечая из минусов разве что долгую зарядку. Но если вас это не смущает, то данная модель может стать вполне себе достойным вариантом для покупки. Завершает мой топ Moser 36150051. Данная модель примечательна тонкой сеткой, которая обеспечивает срез волос практически у корней, поэтому после бритья кожа будет идеально гладкой. И это при том, что устройство рассчитано лишь на сухое бритье. Из других особенностей электробритвы стоит отметить очень компактные размеры, поэтому ее будет удобно брать с собой в поездке. Также стоит отметить небольшой вес и хорошо проработанную эргономику, что обеспечивает удобство пользования. Ну а в плане автономности такая электробритва может похвастаться 45 минутами работы при полной зарядке аккумулятора, так что часто подзаряжать ее вам не придется. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели ролик до конца. Ставьте лайк, если он вам понравился, а также пишите комментарии и переходите по ссылкам в описании, если хотите посмотреть актуальные цены на эти бритвы. Ну а чтобы всегда быть в курсе выхода новых роликов, не забывайте подписываться и жать на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!